что у нас имеется? Большой телевизор на Android TV, но и с подключенной приставкой Apple TV. Колоночки с поддержкой Apple AirPlay. Также iPhone 7 Plus и Samsung Galaxy S8. Как бы это все связать в одну экосистему? Всем привет, это Droider.ru, с вами Валерий Истишев, и в этом видео я расскажу, как я настроил свою домашнюю мультимедийную систему, чтобы она работала как с Android, так и с Apple девайсами. Получился эдакий Apple Android дом или Android Apple дом. Для начала, как я к этому пришел. Раньше я подключал по старинке ноутбук по HDMI к телевизору и смотрел сериалы или фильмы, скачанные из интернета, но с развитием различных стриминговых сервисов, конечно, я начал покупать часть контента, но там есть далеко не все, что мне нужно. В общем, так или иначе, что-то приходится качать и что-то хочется оставить для себя в коллекции, да хотя бы те же собственные съемки. Но для просмотра было бы здорово использовать тот же AirPlay или Google Cast. Но для этого обычно приходится перекодировать фильмы. И это очень неудобно, а в противном случае все будет тормозить. В итоге я поднял на ноуте сервер Plex и смотрел киношки и сериалы через приложение Plex на телевизоре. Но опять же не очень комфортно, что для этого должен постоянно работать ноут и весь контент должен храниться на нем. Итак, я пришел к NAS-у. Network Attached Storage, то есть сетевое хранилище, а точнее небольшой серверок. Для некоторых офисов вещь практически необходимая. Но зачем она нужна дома? Основное, я хотел сделать мультимедийную систему и как бонус-хранилище не только для фильмов или музыки, но и для контента с моих мобилок, и чтобы это хранилище было доступно отовсюду и чтобы не заморачиваться с его периодической очисткой. Конкретно это NAS сервер от компании QNAP, модель D2. Работает на Linux, 1 гиг оперативки, порт на 1,7 ГГц. Имеется 3 USB и 2 гигабитных LAN-порта. Ценник 14 тысяч рублей. Окей, внутри теперь стоят два винчестера по 4 терабайт каждый. Можно использовать их отдельно или сделать большой диск на 8 терабайт. Я так и сделал. И хранить тонны всего. Или настроить RAID, допустим, зеркалирование. Накопитель поддерживает диски объемом до 10 терабайт. Но мне, я думаю, хватит и 8. Я не буду вас учить, наверняка вы знаете, что даже некоторые роутеры умеют качать сами из интернет файлы или торренты. Так вот, NAS тоже все это может, но при этом еще и быстрее и места больше. Например, можно использовать такую схему: с мобильника на Android или iOS добавляем торрент, а он качается на хранилище, а потом через тот же AirPlay или Google Cast летит на телевизор. Еще одна полезная фишка, которую я включил на iPhone и Galaxy, приложение QFile для хранилищ QNAP умеет выгружать все медиафайлы на мой NAS, когда есть подключение по Wi-Fi. Так что можно все оставлять на хранилище, а смарт чистить периодически. Особенно если вы не доверяете облакам или у вас просто мало внутренней памяти. Еще через QFile можно открывать или скидывать отдельный файл на NAS, а при просмотре видео можно выбрать нужное разрешение. У производителя есть множество различных приложений, как для Android, так и для iPhone, но основным является приложение под названием QFile. То есть из него вы можете просматривать весь ваш контент и даже смотреть фотки и проигрывать видео. Плеер поддерживает звуковые дорожки, но иногда не все форматы открывает. Сейчас посмотрим, насколько шустро все будет работать через LTE. Попробуем из какой-нибудь новой папки, в которую я еще не ходил, запустить какую-нибудь фоточку. Оп! Ну тут, конечно, очень сильно все зависит от скорости вашего оператора, но как минимум все файлы доступны, вы их видите и можете открыть. Оп! Открылось. Фоточка на 4 мегабайта. Достаточно быстро. Попробуем запустить какой-нибудь сериальчик и посмотрим, как он будет здесь у нас проигрываться. Вот сейчас идет воспроизведение напрямую из сетевого хранилища. Ничего не тормозит. Еще с помощью вот этой кнопочки можно отправлять видео на устройство Apple по AirPlay или через Google Cast, но работает это почему-то через раз. Возможно, это связано с форматами фильмов. Есть еще кнопочка настроек, и у некоторых видео можно поменять разрешение, если оно, например, слишком большое для воспроизведения по сети. Кроме того, можно выбрать звуковую дорожку. Это бывает иногда очень полезно, особенно для аниме. Пробуем отправить фоточку по AirPlay. Все нормально отправляется. Можно смотреть слайд-шоу. Но тут как бы ничего сложного. Теперь попробуем отправить фоточку с Galaxy S8 на телевизор с Android на борту через Google Cast. Запустился Google Cast. И вот она фоточка.
Неудачная фоточка. Веб-интерфейс управления NAS-ом выглядит вот так. Тут у нас располагаются приложения. Я уже установил несколько. Тот же Plex Media Server. Приложение для торрентов. Это либо Download Station, либо Transmission. В правом верхнем углу есть очень подробный монитор производительности, что сейчас происходит, что делается. Вот у меня загружались файлы. Также здесь можно посмотреть температуру вашего хранилища и с какой скоростью крутится вентилятор. Настройка сервера Plex. Бесплатная версия позволяет смотреть все дома с вашего сервера, а платная, соответственно, и где-нибудь находясь в другом месте. Кто не знаком с сервером Plex, его настраивать легко, достаточно просто добавить какую-то папку, где у вас хранятся ролики. Например, как раз таки мы добавляем вот эту вот папку, которую я скопировал на хранилище. И это у нас как раз таки новая библиотека. Все приложения дополнительные устанавливаются из раздела App Center, они разбиты по категориям. Я поставил пока только два. Прямо сейчас мой MacBook выключен, попробуем запустить Plex сервер напрямую. Опа! Он подключился к моей библиотеке. Можно что-нибудь запустить. Стражи Галактики. Правда, старая часть. Так. О, работает. Ей! Перемотка тоже работает примерно с той же скоростью, что и с MacBook. Что касается качества, здесь установлено оригинальное, но, видимо, это 720p. А сейчас посмотрим, как будет работать Full HD. Вон, видите, внизу там написано 1080, потянет ли. После серии опытов я выяснил, что все-таки данная модель NAS не очень хорошо тянет видео 1080p или Full HD. Через Plex оно, мягко говоря, притормаживает, выглядит как слайд-шоу. И для того, чтобы все работало гладко и красиво, нужно более мощное железо внутри NAS. И теперь сервер Plex крутится у меня на этом хранилище. Там лежит весь контент, который я могу просмотреть с любого устройства, где есть приложение Plex. И не только из дома, а даже из отеля, например. Вот такая экосистема получилась у меня. Пишите в комментариях, как вы связываете все ваши девайсы воедино. И нужно ли это вообще делать, и какими интересными способами вы придумали эту связку. Очень интересно об этом почитать. Это Дройдер, с вами был Валерий Истишев, и до встречи в будущем. Не забывайте подписываться. Будут новые крутые видео о гаджетах и технологиях, обещаю.